В Мурманской области существенно снизился размер задолженности по заработной плате на предприятиях. Всего с начала года в результате действий регионального правительства и оперативности членов рабочей группы удалось погасить задолженность по зарплате в размере 350 миллионов рублей перед работниками 13 предприятий региона. На минувшей неделе более 2000 сотрудников Мурманского подразделения акционерного общества Главное управление жилищно-коммунального хозяйства получили выплаты на общую сумму в 102 миллиона рублей.